Всем доброе утро. Мы собираемся порыбачить на речке и на озере. Ну что, мы почти готовы. Спускаем каяки на воду. Весло надо взять. Подожди. Кстати, готовы уезжать? Ну, вода не попадает при открытых пробках, не, пока что. Забыл я взять эти. Как они? Колпачки, блин. Но у меня воды полно. Уже полно? А? У меня сухо. О, красота. О, как хорошо. Кайфуем? А? Кайфуем? Кайфуем. So nice. Просто посидеть сейчас, минутку, полюбоваться. Просто покайфовать. Да. So nice also, you guys. Ну, покайфовали, надо брать спиннинг. От тебя чуть отъехать. Попробую на речке сначала колебалочку, потом может рублерки, там трава, что-то я так глупо кину. Трава. Трава. Просто когда мы были в прошлом году, мы были в середине лета, и уровень был низкий. Прошлое лето было засушливым. Ну, кстати... И тут все было в этой, помнишь, в тине. Да. Поэтому и течение не чувствовалось. Я бы не сказал, что сейчас. Красота. Ветерок, правда, небольшой. Ну ничего. Это нам не помешает. Будем прорываться.
был первый выход щуки. Можно включать камеру. И вот первая. Маленькая, но бойкая. Очень бойкая. Не-не-не. Такая шустрая, а? Такая маленькая, такая шустрая. Давай, шустрая. Пока. Это покрупнее. Блин, куда же я тут траву? Да не, не покрупнее. Показалось. Но зато это интересно. Блин, вон она стоит, никуда не ушла. Наверное, в шоке. Видно, надеюсь, на камеру. О, о, ушла. Дотронулся веслом и ушла. Ну, наконец-то тут появилась щучка на этом озере. Можно половить на вокеры. Ну, не только на вокеры, на любые поверхностные. Сами, глубина сантиметров 30. Не знаю, почему, в чем была проблема в прошлый раз. Я 5 часов отрыбачил, и у меня практически не было поклевки. Выходы были, но ни одна не засеклась. Есть. Так, это щучка номер 3. Все еще небольшая. В траву зашла. Выходи. Так, мы тебя как-то... Ты забагрилась. За спину. Сейчас, подожди, я тебя отпущу. Ну, доедай. Мелкая какая-то была. Три раза атаковала.
Блин. Очень маленькая. Мы с ней играемся. Я, наверное, на обратном пути поменяю прям манку. Блин. О, зараза. Испугала меня. Только начал рассказывать что-то. Так, следующая парковка, следующий заливчик. Ну, баланс держать надо, конечно, но довольно-таки нормально. Если уж очень захотелось, то можно и привстать. В этом плане каяк поустойчивее, чем мой предыдущий был. Есть. Да. Небольшая. Они все сегодня одинаковые. На тебя смотрел, поклевку прозевал. О, это покрупнее. Хорошо. Да. Стравливает мне шнур. Покрупнее. О, это хорошая. Ага. Блин, под каяк пошла. Тут мне твоя, наверное, помощь понадобится. У нее весь воблер в шахте. О, чудо хорошее ушло. Не, ну вдвоем легче. О, блин, она меня таскает. Блин, в траву, в траву. Зачем? Ага. Если успеешь, она, по-моему, быстрее тебя плавает. Трешник есть, наверное. Блин, спасибо тебе. Ну, Коля теперь поймал в щуку около 3 килограмма от охоты. Может быть и больше. Может и больше, подъезжай ему. Кстати, я перезвоню тебе. Ну, давай, пока-пока. Ну, как делаем? Второй спиннинг.
трава за тобой. Блин, у этой крючки хорошо застряли. Крючки, кстати, китайские, я поменял оригинальные. О, чуть не ушла. Подожди, я вот тебя освобожу от травы. Пожалуйста. Угу. Сфотографировать. Но это не моя, но все равно. Ну да. Могу пустить? Ну или меня сфотографировать. Короче, надо отпускать рыбу. Да, отпускай. Давай. Пошла. Ну, какая-то фото снялась. Все-таки есть здесь хорошие щуки. Правда, поклевку я не заснял, потому что и камера не была включена. Я вообще... ее прозевал, я на Алдриса отвернулся и слышу только всплеск, бух, и спиннинг в дугу. Ну вот есть, только к травке кинул. Да. Алдрис говорит, что я задолбал ловить уже. Дать, Волкер! Так, поменял я приманку. Поставил Камома 2. Надо попробовать ее обловить тоже. Сделал, наверное, десятка два забросов на Камому. Ну и ничего, ни одного выхода. Ставлю обратно Волкер и посмотрим. Может, тут щука кончилась? Может, просто Волкер предпочтительнее? Есть. Паузу сделал. Догнала. Решил посмотреть, включена ли камера. А нет, все сидит еще. Ну, небольшая. Как же это так? Вот так. Ну что хочу сказать, который год подряд рулит за низак. Весь побитый, покусанный. 3 года я уже на этом озере на него ловлю. Еще не отстрелил и не откусили. А с титановым поводком ловлю, так что. И плетенка на 13 килограмм. Не помню, это... как ее? Ну, это немецкая. Клаймакс.
Вот она дает. Она не такая большая, но какая-то резвая очень. Бойкая? Очень бойкая. Килушник, ну блин, так она дает. Ну да. Тут ни на что другое не половишь, только на волкеры. Поппер волкер, да. Даже на флоутинг чернал в этой штуке. Блин, какие они резвые, небольшие, но такие резвые, что фрикцион скручивают. Может, фрикцион надо просто подзатянуть. Камеру ты не могла клюнуть. Была, сошла. Только сказал, что надо воблер, а клюнула на... Говорю, Коль, здесь не нужно никакие воблера, все. Если она из поверхности берет, она поднимается. Я, главное, решил камеру включить, блин. Опять было. Я видел. Ой, меня сейчас развернет. Опять какая-то маленькая была. Промахнулся кто-то. Но когда такая глубина? Ну, глубина тут метра два, наверное. А? Метра два, наверное, будет. По-моему, окунь хватает мою приманку. Я говорю, здесь такой окунь прошел, что... Есть? Окунь? Не знаю. Щука! Щука? Да. Небольшая. Небольшая. Но у меня очень тонкая тут это флюр. Блин, здесь глубоко, глубоко. О, блин, откусила, на зуб попала. Осторожно спиной. Угу. Оставить их альбусе. А? Оставить ей? Да, добыча, она работала очень сильно, что взять эту добычу, а ты хочешь отнять. Какой нехороший, а? Нехороший я.
Отдай мой колебусик, все, давай, шуруй. Дикие места практически. Не, все, в следующий раз надо сплав делать. Потому что назад против течения грести мне уже не хочется, а придется. Так, наверное, будем делать мы паузу. Остановимся перекусить и погребем обратно. На этом, наверное, пока все. Я, наверное, прощаюсь. До следующего раза. Всем спасибо. Всем пока. Ну что, дорога домой против течения на веслах. Это будет не быстро. Это не так приятно, как сплавляться по течению. Но ничего не поделаешь. Придется.